Всем привет, меня зовут Артём, и сегодня мы рассмотрим последние обновления, появившиеся в этом году. Приятного вам просмотра. Ребята, Новый год уже на носу, и Дед Мороз приготовил нам много сюрпризов. Скорее бегите в игру насладиться звуком колокольчиков на локациях. Сразу после можно отправиться в 2023 год, год кроша. Но, кажется, с нашим символом что-то не так. Даже ежик заметил странности и новые привычки своего друга. Приходи в Ромашковую долину за подробностями, а за помощь получай крутые подарки. Кстати, а еще 29 декабря празднует свой день рождения Крош. Именинник в честь этого дарит всем ушастую шапку, так что заглядывай на распродажу в честь праздника, там еще много ушастых вещей. Хотите больше подарков? Тогда ищите мишени для снежков и докажите, что вы самый меткий. Но помните, они появляются в разное время и в разных местах, а подарки вы можете увидеть на экране. Ой, чуть не забыл. В доме мод еще обновились наряды, поэтому не забывайте забегать туда, чтобы приобрести любой понравившийся наряд для смешарика. И не забывайте забегать на Умную гору и играть в Царь горы, а на этот раз вы можете получить классный клуб Кроша и множество других ценных призов. А на этом обзор обновлений подошел к концу. Спасибо вам большое за просмотр этого видеоролика. Не забывайте подписываться на канал Шиорама и ставить лайки. Всех с наступающим Новым годом! Всем пока!